До середины года бензин и другие виды ГСМ не подорожают. Об этом сегодня в правительстве сообщил министр нефти и газа Узакбай Карабалин. По его словам, несмотря на то, что после корректировки курса тенге, импортировать ГСМ у соседней России стало невыгодно. Казмунайгаз возьмет эту нагрузку на себя. Уверенно пока стоим на тех ценах, которые объявили. Даже если придется несколько работ в убыток, но для того, чтобы сохранить цены на рынке, национальная компания будет этим делом заниматься. Ну, немножко вопреки законам рынка, но тем не менее есть такое поручение, и она будет работать.